Вот. Фонари USB. Тут можно заряжать телефон. Работает на солнечных батареях. Сверху солнечные батареи. Ночью светит фонарь. Сейчас 2 часа дня, никого нет на пляже. Мы пришли, чтобы занять свободные места. Вот. Я сейчас люди пройдут. Кое-что интересное вам покажу. По поводу зарядок телефонов. Вот смотрите, я прохожу мимо, лежат на зарядке. Обратите внимание. Лежат, заряжаются айфончики. И никто их не трогает. Понятно? У нас бы уже вместе со столбом бы украли бы. Вот так вот. Разница в менталитете. Разница в странах какая. Бешеная просто. Вот вам интересный момент о Турции и о криминале. Криминалитете в Турции, точнее. Лежат айфоны на улице. Заряжаются вот там вот. Никто их не трогает. Учитесь быть людьми, что называется.